Сотрудники завода «Искра» провели круглый стол для обсуждения социально значимых инициатив. На него были приглашены лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирина Роднина, Ирина Спирина, Алексей Федоров, Николай Томашов, Александр Васильев и Юлия Мамай, а также представители сфер благоустройства и транспорта. Это уже не первая подобная встреча. В марте коллектив предприятия выступил с инициативами по установке светофоров на улицах Химок, созданию площадок для выгула домашних животных, регулярной уборки пешеходных дорожек, а также по строительству автомобильной парковки около своего предприятия. С нами были представители администрации, которые уже про их первых там 4 инициативы дали такие исчерпывающие ответы. Что-то решено, что-то взято на контроль, что-то вот в течение такого-то времени будет реализовано. Чтобы быстрее что-то реализовать, мы должны это увидеть, что правда это жителям нужно. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» призвали сотрудников предприятия активно голосовать за собственные инициативы на сайте, так как именно количество голосов на сайте hish.online определяет порядок их реализации. Инициатив бывает много. Вот нам определить очередность и надобность, да? Если там 20 человек, это тоже очень здорово, что они проголосовали. Просто, естественно, мы в первую очередь будем решать там, где больше потребностей, где больше заявок, где мы чувствуем, что людей это волнует. И это касается большего количества населения и жителей города Химок. На сегодняшний день неравнодушные химчане выдвинули более 2000 социально значимых инициатив, направленных на улучшение жизни в городском округе. Большинство из них касаются благоустройства и сферы ЖКХ. К реализации многих идей уже приступили.